Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Ford Mondeo. Ремонт кузова. Итак, на этом авто мне надо отремонтировать левую сторону. Небольшое повреждение на заднем крыле и небольшой ремонт переда. Владелец купил все необходимые детали и установил их на машину. И теперь машина у меня. Машина была установлена на стапель, разбираю ее. Итак, машина разобрана, и первым делом я удаляю весь поврежденный металл. Удалил верхний металл с средней и передней стойки. Теперь надо сделать измерение. Разбил нивелиром машину пополам. Все размеры одинаковы, это есть гуд. Но средняя стойка в местах крепления завес двери немного вмята. Исправляю это. Средняя стойка в норме. Удаляю гнутый металл с передней стойки и с полки крыла. Итак, весь поврежденный металл удален. Можно приваривать целые детали, но их надо еще добыть. Для этого у меня есть донорский кусок. Беру нужные части. Теперь я имею необходимые мне детали.
Устанавливаю и привариваю их. Сначала внутренние усилители. Внутренние усилители сварены. Теперь примеряю верхний металл и выравниваю его в местах соединений. Ну и затем привариваю. Здесь сварочные работы закончены, швы заливаю оловом. Теперь замена некоторых элементов переда. Сварочные работы закончены. Голый металл замазываю грунтом и герметиком. Теперь я буду ремонтировать заднее крыло. В этой работе буду использовать споттер. Внутренняя часть крыла оторвана и согнута. Вырежу ее. Но для этого ремонта мне надо установить дверь. Теперь ремонт заднего левого крыла и внутренней арки. Для этой работы буду использовать споттер.
задним крылом я закончил. Дырки от споттера и мелкие неровности залью оловом. Это заднее крыло я закончил. Теперь начинаю ремонт правого заднего крыла. Правое заднее крыло тоже сделано. Устанавливаю бампер и задние фонари. Прекрасно, все зазоры гуд. Теперь устанавливаю все детали переда. Осталась последняя деталь для ремонта – капот. Для ремонта буду использовать споттер и олово. На этом моя работа закончена. Эта работа заняла 55 часов. Отдаю машину хозяину.
Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!